Прежде чем начать свое сегодняшнее выступление, я хотел бы проинформировать по поводу посылок и взрывных устройств, которые были отправлены в адрес видных политических деятелей и одного из средств массовой информации. Мне приятно сообщить, что представители правоохранительных органов арестовали подозреваемого. Правоохранительные органы провели невероятную работу, в которой были задействованы местные и федеральные следователи, а также следователи на уровне штатов для того, чтобы разыскать ответственных. Подобным терроризирующим людей подлым поступкам нет места в нашей стране.